Упразднить рекламный блок и разрешить разработку криптовалют через браузер, предлагает американский сайт новостей Celon. Пользователь будет оплачивать стоимость элемента через ресурсы процессора вместо его обмена или покупки. Эта модель пока еще вызывает много вопросов. Отключить от блок или сделать доступным мощность процессора. Несмотря на то, что генеральный директор Celon Джордан Хофнер считает инновацию удачной, эксперты медиарынка не видят проект полезным для прессы. Для разработки браузера потребуется гигантский объем посещений.